привет. Привет. Чё такая уставшая? Да, ну мой же вчера на рыбалку уехал. Ну ты представляешь, сколько хлопот. Вчера встала, пока земля влажная, червей накопала. Средних? Ну чтоб крючок закрывала. Потом думаю, надо же лодку посмотреть. Ну надула, ванну опустила, спускает. Ну я латочку из велосипедной шины вырезала. Обезжирила? Естественно. Вот, подклеила. Думаю, что ж с собой берут? Посмотрела. Ань, ящик водки, палку колбасы. 7 здоровых мужиков. Ну пошла еще 15 бутылок, взяла сигарет. А пиво? Ой, Ань, да я думаю, ну что, все равно пьяный в деревню баб поеду искать возьму, правильно?